Вошла в лифт и лишилась сумки с деньгами и документами. Пожилая жительница Казани обратилась в полицию с заявлением об ограблении в подъезде собственного дома на проспекте Имашева. Она смогла составить фоторобот нападавшего. Мужчина попал и в поле зрения камер наблюдения. Но при просмотре съемок стало понятно, что искать надо не того человека, внешность которого описывала пострадавшая. Почему, знает Айрат Назипов. В конце мая в отдел полиции обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что в лифте ее ограбил неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на нож, он похитил сумку с ее личными вещами и деньгами. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Они опросили очевидцев и составили фоторобот подозреваемого. Большую роль в раскрытии преступления сыграли камеры видеонаблюдения. Как видно на кадрах, подозрительный мужчина вышел из подъезда и, переодев верхнюю одежду, покинул место происшествия. Личность злоумышленника оперативники установили в короткие сроки и задержали в этом же микрорайоне. Своего обидчика заявительница опознала сразу. Им оказался 47-летний ранее судимый мужчина, который освободился из мест лишения свободы за аналогичные преступления около полугода назад. Свою вину задержанный отрицать не стал и сознался во всем. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Дожидаться суда задержанный будет за решеткой. Айрат Назипов, вызов 112.